Спортивная гонка «Лыжня здоровья» проходит уже четвертый год, и с каждым разом она все больше расширяет свою географию. Детишки участвуют в самых разных уголков не только Московской области, но и всей России. А курируют данное мероприятие спортсмены-паралимпийцы. С самого детства лыжным спортом занимался, и когда травму получил, то опять же меня спорт вернул опять в жизнь, в активную жизнь, в обычную жизнь и в активную жизнь. Поэтому спорт, он является одним из самых лучших способов реабилитации при травмах, при каких-то... А вообще это здоровый образ жизни, и лыжные гонки – это очень здоровый вид спорта. В нашей стране зима очень долго длится, поэтому привлекать к спорту надо ребятишек с самого детства. Что мы пытаемся сделать? Самая главная цель этого мероприятия – это поставить на лыжню рядом абсолютно здоровых детей и детей с отклонениями в здоровье, чтобы они все-таки чувствовали себя общим целым, да, и, безусловно, с уважением относились друг к другу. Молодец! Гонки проходят в 10 населенных пунктах по всей России с 17 февраля по 16 марта. Всего участие в лыжном кроссе примут около 1300 детей в возрасте от 4 до 11 лет. Каждый ребенок получит медаль и грамоту. Занимался только в школе лыжами, и мне очень повезло на гонке лыжной. Я 2 года уже занимаюсь лыжами. Первый раз на вот такой дистанции. Ну, мне очень понравилось. Я буду заниматься лыжами дальше. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».